Привет, мои хорошие, это Оля Котлярова, и этим видео я хочу поделиться с вами процессом создания очень легкой, очень быстрой странички с использованием акварели. Я акварелью на белой бумаге, это бумага для черчения даже, делаю достаточно влажную, такую мокрую лужу красочную и наклоняю затем лист, чтобы были потеки в сторону. И пока еще краска не высохла, сверху делаю брызги теми же самыми цветами, которые я использовала. Тут я использовала два цвета, синий и желтый. Они смешались, и получился еще и зеленый. После того, как акварель естественным образом высохла, через некоторое время я оформляю страничку, кладу фотографию, которую я подобрала для этой странички именно, и подбираю высечки. Я тут использую два набора от Prima. Это акварельные теги с золотым изображением, золотыми надписями и теги, и высечки из набора French Riviera. Размещаю их вдоль одной вертикальной линии, которая уже нарисовалась с моим цветовым пятном. И фотография вертикальная, то есть вот эта вертикаль все подчеркивает. Высечки я размещаю таким образом, чтобы они друг на друга заходили, чтобы что-то выглядывало, что-то пряталось. Так более интересно выглядит. И более мелкие элементы я размещаю с краю листа, то есть сверху, снизу, а более крупные высечки ближе к центру, там, где у меня размещена фотография. В дополнение я беру несколько цветочков простых, беленьких, тоже размещаю их так, чтобы они немножко выглядывали. Парочку белых высечек моих любимых, чтобы они торчали из-под других элементов. И когда композиция в целом мне нравится, как она выглядит, я приклеиваю все элементы на горячий клей. При этом я не приклеиваю их монолитом к фону, а ставлю буквально одну-две точки капельки клея и приклеиваю в одном месте, а другие места торчат. Это добавляет жизни, воздуха. Добавила еще немножко акварели на теги и на высечки. И заголовок для этой странички я вырезала на плоттере из белой бумаги, которую я на фоне использую, и крашу его акварелькой черной. После того, как акварелька черная высыхает, я уже заголовок размещу на страничке. Можно, я, кстати, красила даже фломастерами и черным акрилом. Заголовки тоже хорошо смотрятся. Вообще вот это сочетание акварельных мягких потеков и такого очень контрастного, жирного, черного заголовка. Мне очень нравится, очень контрастно, очень динамично выглядит. Добавляю заголовок на страничку тоже на горячий клей. Также добавила несколько мелких элементов в виде граненых камушков, которые по цвету хорошо подходят к моему цветовому пятну. Добавляю заголовок, сажаю страничку на фоновый листочек, чтобы получилась рамка. И на этом страничка готова. Спасибо большое, что посмотрели это видео. На самом деле это очень быстро и просто делается. Если вам понравился этот прием, попробуйте сделать сами. Напишите, что у вас получилось. Я буду ждать ваших комментариев. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока.